Здравствуйте, полный поиск, капитан Каширин. Сейчас замерим данное стекло ваше. Сотрудники ГИБДД выводят водителей из сумрака. Особое внимание тонированным автомобилям уделили во время широкомасштабного рейда, который прошел с 7 по 9 апреля. Инспекторы замеряли светопропускание стекол. Если передние и боковые пропускают свет менее чем на 70%, а переднее ветровое менее чем на 75%, то водители выписывают штраф. Чтобы результат рейда был максимально эффективным, на дороге вышло максимальное количество сотрудников госавтоинспекции. Когда интенсивность движения не самая большая, то тогда, в принципе, никакой сложности в этом нету. Когда конец рабочего дня, либо начало рабочего дня, массовый отток граждан либо в центр города, либо из центра города, это усложняет выявление транспортных средств, на которые начнут цветное пленочное покрытие, но, скажем так, зоркий взгляд и быстрая реакция исправляет ситуацию. На сегодняшний день штраф за чрезмерную тонировку составляет 500 рублей. Водитель должен в течение суток устранить нарушение. Если этого не произошло и автовладельца задержали повторно, ему грозит штраф в 2000 рублей или административный арест. Сами водители объясняют нанесение тонировки просто. Яркое солнце. Глаза слепят. Видите, я в очках. Они как бы... А солнцезащитный не могу сверху надеть. Вот затонировался. По словам начальника областного управления ГИБДД Юрия Некрасова, в регионе сегодня складывается непростая ситуация. За первый квартал года в области уже зарегистрировали более 600 аварий, в которых погибли 68 человек, 864 получили ранения. Случается, что причиной ДТП как раз становятся чрезмерно затонированные стекла автомобиля, которые ограничивают видимость. Поэтому инспекторы останавливают всех любителей шторок и темных пленок, невзирая на марку машины. Совершенно справедливый вопрос возникает у других водителей, почему, соответственно, кому-то можно, да, ездить тонированным, соответственно, а кому-то нельзя. Нам эти вопросы задаются, и мы с ними согласны. Поэтому мы сегодня, независимо от того, то ли это обычная девятка, либо это Мерседес, вы сами это видите, то есть мы ко всем применяем один подход. Все должны, да, быть равны перед законом. За время рейда инспекторы зафиксировали более 2500 различных нарушений на дорогах, а в отношении любителей тонировки составили 589 протоколов. Светлана Кудрявцева, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.